Здорово, дорогие друзья, с вами Костоявин, и сегодня вам расскажу о подарках, которые были добавлены администраторами сервера Смотра МТА 31 декабря, плюс-минус 6 часов вечера. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Короче, каждый год 31 декабря уже 3 года подряд, плюс-минус, ну как плюс-минус, каждый год в рандомное время, считайте, 2000, когда это было? С 18 на 19 подарки были часов 5 вечера, да? Или это уже 4 года? С 18 на 19 подарки были в 5 часов вечера, с 19 на 20 были ровно в 12 часов ночи по МСК. Я еще записывал, кстати, по этому видосу, там ссылка в описании, вы сейчас на экране его увидите, можете зайти, очень интересно, и увидеть, какие подарки были в прошлом году. И что можно было вытащить в прошлом году. И в этом году подарки добавили 9 часов по МСК. Кто живет в Украине, 8. Очень спонтанно они добавили и подарки, и слет. Потому что они написали буквально за 10 минут перед слетом всякого имущества, что типа заходите, ребята, у нас будет сейчас слет бизнеса и домов. Не сделали статистику никакую, что они там на каком-то сервере сколько-то домов и бизнесов, ничего не сделали, пофиг на все. И, короче, слили дома, а потом запустили 8 часов подарки. Подарки в этом году, сразу скажу, были не особо, в прошлом было намного лучше, как, в принципе, и по ситуации с обновлениями. И в этом ролике еще вам расскажу о том, как мне подарили бизнес на 90 тысяч выплаты и где он находится. Все, желаю вам приятного просмотра, погнали! Чё, пацаны, охота на подарки, поехала. Заспамился в такой вот жопе, не знаю, будут ли здесь какие-то подарки, не будут. Не понимаю, добавили они вообще их или нет. Сейчас будем смотреть вместе с вами. Первый подарок. 50 тысяч. Смакота. Второй подарок. Еще 50 тысяч. Давайте еще третий раз 50 тысяч, и я пойду спать спокойно себе. Взять Феррари, выехать отсюда, а? Что-то в предыдущем году мне везло лучше на подарки, потому что я в предыдущем году нашел сколько? Где-то 750 тысяч, что ли. В том году они то сеть обновления выпустили, да еще на подарки жлобятся. Итак, третий подарок. Интересно, найдем. И повышение штрафов. Классно. Бомба. Там еще один был. Я надеюсь, это у меня не лимит сегодня. Так. Оп. РПГ. Ничего себе. А, вот. Надо было бочку разбить. Сейчас бы убежал без РПГ. Значит, не 3 максимум. Это уже хорошо. Так, а чем разбить? Давайте дробашом. Оп. А как забрать, выключить? Вот. А, е-е-е-е. Вот. Ну все. Есть РПГ. С одним патроном. Файно. Файно. Так, какой? Пятый уже, да? Автомат Калашникова. Зачем мне они нужны? Зачем? Дали бы что-то нормальное. Какую-то херню. Калаш. Восьмой. 50 тысяч еще. Ну, короче, в этом году подарки, я так понял, не особо будут хорошие. 150 и оружие. 50 и оружие. 50 и оружие. Какая-то дичь сплошная. Вижу еще один подарок. Ну, как туда залезть без самолета? Я не понимаю. Так что не агритесь мне в комментариях, что ты пользуешься самолетом. Как мне говорила моя бабушка, дают бери, забирает бежи. Конечно, так бабушка не говорила, но пофиг, теперь говорила. Ой, есть, нормально, только не 50 тысяч. Короче, больше 50 тысяч, я так понимаю, не получу, так что будем фармить 50 тысяч. Это уже какой, 8 или 9? Не знаю. Не знаю, на что там рассчитывали просто разработчики МТА, когда добавили именно туда подарок, что каким-то чудным образом ты залетишь туда, либо у тебя есть вертолет или самолет. Самолет, конечно, невозможен, но вертолет очень... Тьфу, наоборот. Вертолет очень возможен.
Пиздец, вот это будет угарно, если я пролетал, почти долетал до подарка, а потом развернулся и улетел в другую сторону. Вот это будет угар. Написал, кстати, админам, есть ли подарки. Они, типа, написали, не знаю. Хотя я потом сразу же после их слов нашел подарок. Что админам лучше здесь не верить. Нашел. Где-то на одной из крыш справа. Должен быть подарок. Вот он. Все. А как я сюда заберусь? Вопрос. Так. Охрен... Ну, короче, надо летать. Я никак не заберусь сюда. А, вот так. MP5. Охуенно. Я ничего не могу сказать. Зачем этот подарок был? По огашению всех сразу. Просто бомба, а не подарок. Мечтал. С этими подарками, что я могу сказать? Раньше смотра делали качественные обновления. Часто. Уникальные. В чем прикол? Даже систему винила, вспомните. Первые, кто придумали. Но потом перестали делать видосы для обновления. Потом перестали делать обновления, конкурсы никаких. Раньше было по 500, по 250, по 100 тысяч давали тебе в подарок. Сейчас максимум 50. Обновлений нет. Короче, 2021 год, я думаю, это крайний год для существования SmotrMTA, как мне кажется. Потому что больше не выживет с таким-то отношением администраторов к серверу, 100%. Саймону или Симону, привет, кстати. Короче, пацаны, тут случайно зашел поиграть. Тут есть такой игрок. Может, не надо. Красавчик. Маней, да? Это мой давний подписчик. Без 900 тысяч за 10 тысяч. Ой, пипец. Снега, ёпта. А чё он такой везучий? Изучий, лол. Благодарочка. А, блядь. Ой. Кто мой давний подписчик, можете его помнить не как по нику Money, а по нику Black Angel. Он вроде что-то у меня выигрывал или нет. Короче, спасибо. А на этом все. Накидайте там пару лайкосиков за возвращение в МТА. С вами был, как всегда, Яван. Всем желаю хорошего дня, хорошего аппетита, с Новым годом и пока.